Количество жителей Хабаровского края за последние 10 лет сократилось почти на 4%. Опубликованы предварительные итоги переписи населения, которая состоялась в прошлом году. Согласно новым данным, в Хабаровском крае сейчас живут 1 миллион 293 тысячи человек. Причем 82% – это жители городов. По сравнению с предыдущей переписью населения, которая проходила в 2010 году, в регионе стало на 51 тысячу человек меньше. Количество сопоставимо с численностью населения Кировского района Хабаровска. Или если бы разом опустил весь Советско-Гаванский район, включая Советскую гавань и Ванино. Более подробных данных пока нет, но есть оценочная численность по районам Хабаровского края на 1 января текущего года. Если смотреть по районам, то самый заметный отток жителей за последние 10 лет произошел в Охотском районе. Согласно данным двух переписей населения, сокращение составило 27%, а это более 2000 жителей района. Сейчас в Охотском районе живут чуть меньше 6 тысяч человек. Прирост отмечен только в Хабаровске и Хабаровском районе на 6,8% соответственно. Окончательные итоги всероссийской переписи населения подведут до конца года.